Добрый день, уважаемые партнеры. Я хочу вам показать, как правильно оформить доставку заказов компании Oriflame. Напоминаю, какие у нас есть сервисы доставки. Это доставка на СПО, доставка на дом по Кишиневу и по регионам, доставка почтой по Молдове, доставка почты Приднестровье и новый сервис – это постаматы. Каталог номер 4 – это последний каталог, когда вы можете оформить заказы с получением в сервисном центре. Итак, начинаем. Первое – это СПО. Например, вы консультант, который разместил заказ и решил получить свой заказ на сервисном пункте СПО. Мы сейчас с вами оформляем быстренько заказ. Так, вот в нашей корзине появился продукт. Нажимаем «Далее». На втором шаге у нас появляется предложение, где все наши дополнительные распродажи, предложение каталога, на который вы квалифицировались. Также здесь у нас находится веб-офер. Если вы выполнили квалификацию на 50%, здесь тоже. Если вы выполнили квалификацию стартовой программы, здесь тоже вы все это выбираете. Нажимаем «Далее» и попадаем в раздел «Доставки». Это у нас предыдущая доставка, мы получили до этого заказ в сервисном центре. А сейчас мы хотим получить наш заказ на СПО. Вам система предлагает два варианта. Либо СПО, либо доставка на дом, доставка почты Молдовы или постаматы. Мы выбираем СПО. Когда мы выбираем СПО, у нас появляется интерактивная карта с геолокацией. Это где находится наш СПО. Выбрать СПО можно следующим способом, нажав на геолокацию, у вас появляется сервисный пункт СПО. Если вы не знаете, например, не умеете пользоваться картой, ничего страшного, вы можете найти СПО, зная его номер. Пожалуйста, вот в Бельцах номер СПО 163, Казак Светлана, появляется адрес данного СПО. Далее вы нажимаете на кнопочку «Далее». Вам система предлагает выбрать продукт вместо платы с доставки. Вы можете его добавить в корзину или отказаться от него. Вы попадаете в раздел «Оплата», нажимаете «Далее», вы попадаете в раздел «Оформить заказ». Проверяете еще раз ваш адрес доставки. Нажав на карандашик, вы можете увидеть детали, изменить. Если вас что-то не устраивает, здесь вы видите информацию о вашем заказе, сколько он стоит, сколько он имеет баллов. Также здесь можно посмотреть детали заказа. Здесь вы увидите, какая у вас была объемная скидка до размещения заказа и что у вас осталось после размещения заказа. Если вас все устраивает, вы нажимаете на кнопочку «Оформить заказ». Далее рассмотрим следующий вид доставки. Например, вы не хотите размещать заказы на СПО, а вы хотите размещать заказы через другой сервис, доставка на дом, доставка почты Молдовы или постаматы. Что мы делаем для этого? Мы выбираем данный раздел и попадаем вот в такое поле. Смотрите, друзья, вот это адрес, который у нас был при регистрации. То есть, когда человек регистрировался, он написал данный адрес, указал индекс и указал город. Мы очень вас просим при регистрациях и в дальнейшем указывать правильные ваши адреса. Это нужно для того, чтобы ваши заказы попадали по назначению. Итак, мы хотим свой заказ получить через Почту Молдовы, но мы на данный момент не проживаем в Кишиневе, мы уехали жить, например, в Бельце, допустим. Да? Для этого мы создадим себе новый адрес. Нажимаем на вот такой вот крестик, как бы, то есть на ручку, получается у нас здесь, получается у нас, а нет, это мы можем отредактировать наш адрес. Чтобы новый адрес создать, мы нажимаем на крестик и пишем, например, город Бельце. Находим, да, в выпадающем списке. Так, вот он наш город Бельцы, район Бельцы. Индекс вы выбираете, который соответствует вашему адресу проживания. И пишите улицу, например, наверное, такую. Вот так. Тут немножко поиграться приходится иногда. Итак, например, 2. Вот так напишем. Хорошо, сохранили. Угу. И у нас появился раздел «Почта Молдовы». Здесь стоимость доставки. Здесь также можно выбрать продукт вместо платы с доставку. Ну, например, от него откажемся. Нажимаем «Далее». Нам еще раз предлагает. Попадаем в оплату. Нажимаем «Далее». Попадаем в раздел «Оформить заказ». Смотрите,
Адрес доставки у нас изменился. Теперь это почта Молдовы, да? Это вот наш адрес, наш индекс, наш город. Так, здесь, как и в прошлый раз, вся информация о нашем заказе. Хорошо, с этим мы разобрались. Теперь давайте попробуем оформить доставку заказа через курьера. Выбираем. Например, мы хотим получить заказ с курьером тоже в регионах и тоже по этому же адресу. То есть мы на этом же адресе остаемся. Выбираем доставку курьером. Нажимаем «Далее». Нам опять предлагается продукт. Здесь мы просто читаем, что у нас есть. Переходим в «Оформить заказ». Смотрим. У нас поменялся с вами вид доставки. Доставка курьером. Опять наш адрес. Нажимаем «Оформить заказ», если нас все устраивает. Например, мы хотим доставку все-таки по Кишиневу, и мы проживаем реально вот по этому адресу. Мы переходим в этот адрес, нажимаем «Доставка курьером». Обращаю ваше внимание, что стоимость доставки изменилась 25 лей, потому что доставка по Кишиневу стоит у нас 25 лей, а по регионам у нас стоит 30 лей. Нажимаем «Далее». Нам опять предлагают этот продукт. Смотрим. Так, Кишинев, доставка курьером. Видите, поменялся наш адрес на Кишиневский. Нажимаем, если нас все устраивает, нажимаем на «Оформить заказ». Если мы хотим воспользоваться нашим новым сервисом «Почтоматы», мы переходим сюда, в раздел «Почтоматы». И нам обязательно нужно, для того, чтобы сделать заказ через «Почтоматы», указать тот уникальный номер, который вы получаете, регистрируясь на сайте почтоматов. Итак, смотрите, мы добавляем новый адрес. У нас пока что доставка по почтоматам работает только по Кишиневу. Выбираем адрес Кишинев, например, почтомат, который находится вот на Рыжкановке. Уникальный номер, который был вам присвоен, вводится сюда, там, где улица, номер дома и квартиры, и нажимаете «Ок». Смотрите, друзья, вот появился ваш еще один новый адрес, который вы будете использовать, если вы хотите получить ваш заказ именно в постаматах. Выбираем постаматы. Нажимаем «Далее». Нам также система предлагает продукт вместо платы за доставку. Например, мы отказываемся, переходим в оплату, читаем, какие виды оплаты у нас есть. Переходим в «Оформить заказ». Что мы видим здесь? Постаматы, наша фамилия, наш уникальный код. И вот наш тут как бы адрес. Обязательно нужно указывать правильные имейлы, правильные телефоны, потому что система вас будет именно оповещать о доставке вашего заказа в постаматы. Вам придет и письмо на почту, вам придет и смс. Сама пользуюсь, очень удобный сервис. Так, все нас устраивает, мы сохраняем наш заказ и ждем, когда же мы его получим по графику. Опять вернусь в доставку, хочу вам показать один момент. Смотрите, друзья, вот так вот, сохранив все ваши адреса, они у вас здесь будут находиться, и вы будете выбирать тот адрес в зависимости от того сервиса, который вы хотите выбрать. Например, если вы хотите получать доставку курьера по Кишиневу, вы выбираете этот адрес, выбираете курьера, да? Если вы хотите постаматы, вы выберете адрес постамата, да? И выберите раздел «Постаматы». Если вы хотите, например, доставку почтой, то вы выберете у нас адрес Бельцы и выберете почту. Вот таким образом оформляются у нас доставки на нашей новой платформе. Я желаю вам успехов. Спасибо за внимание.